Всероссийская акция «Ночь искусств» – это настоящий праздник культуры и творчества со множеством сюрпризов. В ней приняли участие более 50 музеев, архивов и библиотек Ульяновской области. Так, Ульяновский областной краеведческий музей в «Ночь искусств» представил цикл этнографических мастер-классов по национальной вышивке и узорам. Здесь же можно было примерить костюмы народов Поволжья, посетив тематическую фотозону. А студент Ульяновского государственного аграрного университета Дмитрий Капитонов, который является этническим марийцем, представил свою коллекцию марийских национальных костюмов. Надевали несколько слоев одежды, надевали 25 килограмм серебра на тело, и листья шапка определяла, что эта женщина едет на свадьбу, она гуляет на свадьбе, и если свадьба продолжалась даже 7 дней летом, его не снимали. Отдел природы музея подготовил интерактивные площадки «Микромир» и «Школу орнитолога». У нас сегодня на площадке «Школа орнитолога» мы учимся определять перья птиц. Определяем их с помощью нашего атласа-определителя. И кроме того, делаем каждому определенную перышку этикеточку и упаковываем ее в его специальный конвертик. И таким образом у каждого посетителя появляется первая перышка его коллекции. Музей конспиративной квартиры сибирской группы РСДРП открыл акцию с квестом «Загадка старого письма для детей и их родителей». Участники познакомились с революционной деятельностью сибирских социал-демократов, узнали о приемах их конспирации и попробовали найти тайники сибирского революционера Василия Орлова. У гостей музея только в «Ночь искусств» появилась редкая возможность заглянуть внутрь тайников сибирских революционеров, которые обычно закрыты стеклом. Также все желающие смогли повторить уникальное фото революционеров Орлова и Рябика в интерьере их комнаты среди предметов старины. Естественно, здесь можно обратить внимание, что обстановка у них действительно скромная была. Никаких излишеств здесь нет. Но, тем не менее, ряд деталей все-таки говорит о хорошем достатке людей. Во-первых, это не просто бревенчатый сруб, это обтесанные доски, что стоило по тем временам значительно дороже, чем просто брус. Во-вторых, здесь, на втором этаже, находится балкон, на котором мы сегодня, кстати говоря, тоже даем возможность заглянуть, можно будет выйти всем желающим посмотреть. В историко-мемориальном центре музея Гончарова программу вечера открыла творческая встреча с ульяновским блогером, фотографом, путешественником Алексеем Мараховцом. Россия от Норвегии до Кореи 2600 километров за 50 дней. Вот, очень красивая береговая линия, курорт, собственно, один из немногих таких курортных поселков, Витязь, куда едут отдыхать владивостокцы. Вот, полазили там по горам. Особо не купались. Вот, и очень красиво. Экскурсия «Дом. Полная чаша» познакомил с уникальной семейной реликвией летописцем семьи Гончаровых, подлинными портретами матери и крестного отца писателя и с особенностями быта купеческой семьи. Во время экскурсии «Забытые слова» заглянули в подвал 19 века, познакомились с понятиями «катка», «крынка», «ларь», «лукошка» и другими предметами быта, многие из которых сегодня вышли из употребления. На площадке чаепития в Обломовке гости вспомнили традиции русского чаепития и узнали об устройстве самовара. Самовар – это известный у нас водогрельный сосуд, который, оказывается, не придуман был в России, а существовал еще в Древнем Риме и впоследствии проник в Европу. И уже из Голландии Петр I среди остальных диковинок привез в том числе и предмет, очень похожий на современный наш самовар. И, конечно, уже русские умельцы приспособили этот предмет под себя. В литературном музее «Дом Языковых» прошел мастер-класс по кубовой набойке, традиционному способу декорирования ткани с помощью ручной набойки узора деревянными штампами. У нас называется кубовая набойка, и это все связано с таким понятием, как куб. Куб – это жидкость, такая, ну, грубо говоря, которая окисляет и окрашивает ткань. Но на основе цвета индиго. Цвет индиго появляется в России, его привозят из Индии как раз таки. На протяжении всей акции «Ночь искусств 2023» в литературном музее «Дом Языковых» действовала экскурсионная программа. Она познакомила гостей с многочисленными экспозициями и выставками музея. Ирина Антонова, Улправда ТВ.